Общественная палата – это независимый коллегиальный орган, который действует на общественных началах. На сегодняшний день в ней состоит 45 человек. Любой вызов, любую проблему в округе они встречают одними из первых. Так в пандемии общественники развернули масштабную волонтерскую деятельность. Осуществляли помощь в работе колл-центра, отвечали на многочисленные вопросы пациентов, развозили детям по домам бесплатные лекарства из детской поликлиники, а также оказывали волонтерскую помощь в пунктах вакцинации от ковида. С началом СВО их волонтерская деятельность лишь окрепла и стала осуществляться в еще большем масштабе. На сегодняшний день проводится сбор и отправка посылок военнослужащим. Ведется работа с населением в Центре поддержки семей мобилизованных. При участии членов нашей общественной палаты ведется работа по сбору также информации о необходимой помощи семьям военнослужащим, участвуя в специальной военной операции и доставке адресной помощи также военнослужащим. С марта 2022 года общественной палатой было собрано более 100 тонн гуманитарной помощи. Кроме этого, осуществляется общественный контроль, проводится мониторинг работы различных организаций. Совместно с правоохранительными органами проходят профилактические рейды по информированию жителей. Выездные встречи, организуются различные акции. День бесплатной юридической помощи, которая предоставляется всем жителям нашего муниципалитета на бесплатной основе и для удобства жителей, всегда проводится в субботние дни. За 2020-2022 год члены комиссии общественного контроля совместно с нашими юристами провели 15 акций «Выездной день бесплатной юридической помощи». Продуктивная работа общественной палаты невозможна без диалога с властью и администрацией округа, резюмировала Марианна Кристалинская. Любое обращение граждан незамедлительно доносится до профильных замов и главы муниципалитета, за что Андрей Иванов выразил особую благодарность. Хочу выразить благодарность за работу, за наше взаимодействие, действительно конструктивное. Ну и за то, что и член общественной палаты, и председатель палаты вносят в нашу рабочую повестку самые острые, самые проблемные темы. Ну, то, что на самом деле волнует людей, и то, где мы должны сконцентрировать свое внимание или мобилизовать какие-то дополнительные силы. Муниципальные депутаты высоко отметили работу окружной общественной палаты и пожелали не останавливаться на достигнутом. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».